Недопустимо постоянно перекладывать проблемы предприятий и банков на бюджет. Об этом заявил накануне президент Александр Лукашенко. По его словам, следует пересмотреть меры оздоровления финансовой ситуации как на конкретных предприятиях, так и в отраслях экономики. Глава государства отметил, уровень накопленной кредитной задолженности в некоторых организациях не позволяет им эффективно работать и развиваться. Здесь сказываются недоработки прошлых лет, просчеты в бизнес-планировании и дороговизна денег в банковской системе. Правительство и Нацбанк предложили новый механизм работы с проблемными долгами. В целом, президент поддержал концепцию указа. Профессиональный праздник отмечают сегодня сотрудники органов госбезопасности Беларуси. Ровно 100 лет назад была создана чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем, а спустя год и военная контрразведка. Эта дата раньше отмечалась как День чекиста, и лишь решением руководства Беларуси 20 декабря стала официальным днем сотрудника органов госбезопасности. Руководство, личный состав и ветеранов поздравил президент. Александр Лукашенко отметил, когда война может быть информационной и экономической, а от терактов не застрахован ни один город, значение КГБ возрастает. Вышла в свет энциклопедия «Франциск Скорина». Ее тираж 1500 экземпляров. Идея выпуска такого издания возникла 2 года назад. Над ним трудились около 150 авторов. Энциклопедия содержит более 1000 статей и около 500 фотографий. В год 500-летия белорусского книгопечатания подготовлен целый ряд книг Скориняной. В первую очередь, это всемирное наследие Франциска Скорины.